Что по поводу помидор? Помидоры были посажены в прошлом году 50 штук по картошке. Из 50 кустов я собрал 5 помидорин. Все покупил у Фитофтора. Картошка внизу и помидоры сразу заразились. В прошлом году я сделал вот этот парничок повыше. Мульчирование. Посадил 3 сорта. Томат Лиана. Вот эти маленькие. Монгольский карлик. И вон те дальние, медовая капля. Медовая капля подлежит уничтожению. Практически из 8 кустов дала столько помидор, сколько один куст монгольского карлика. Монгольский карлик буду продолжать сажать на следующий год. Буду делать это сорт, буду делать из него свои помидоры, они оставлены.